Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня у меня букс без вложений. Называется Дракон Кликс. Регистрация здесь простая. Прописываете полное имя. Два раза почту электронную. Юзернейм, логин прописываем. Два раза пароль. Ставим галочку, разгадываем капчу. И нажимаем зарегистрироваться. Вход по логину и паролю. Так. Ну что здесь? Вот так вот выглядит наш кабинет. Сразу здесь в кабинете находится партнерская ссылочка. Значит, это наш аккаунт. Здесь можно что покупать? АД-пакеты. Так, это АД-функция у нас. Далее апгрейд можно сделать. Вот АД-пакеты Golden, Business и Investor. Так, минимальный пакет стоит $5. Ну и здесь как бы статистика. Далее аккаунт. Это по желанию. Дальше Dragon Shares. Здесь акции. Одна акция стоит $2. Можно как с пурша с баланса заработать, вложить. Как бы, ну, бонус удается 35 центов. Так, тоже здесь это все можно перевести на русский. При покупке акции дается 50 ПТС кредитов, 500 кредитов баннерной рекламы. Один вход объявления кредита, 10 очков. Так, вывод средств здесь минимальный $2. Здесь у нас баннеры. И также партнерская ссылочка находится. Баннеры. Далее, здесь на персональные настройки у нас прописываем платежные реквизиты. Далее здесь пароль, который указывали при регистрации. Нажимаем Send, сохранить. Так, настройки форма, панель рекламодателя. Ну, здесь прямой реферал, арендованный. Как, ну, а здесь история. Значит, зарабатывать здесь просмотр рекламы. Так, давайте какую-нибудь короткую. Здесь довольно-таки много рекламы. Ну, коротенькую посмотрим. Нас перебрасывает на страничку. Сейчас страничка загрузится. Идет шкала. И выбираем дракона. Вот все перевернутые, а вот дракон прямой. Выбираем дракона. Все, нам денежка засчиталась. Таким вот образом мы просматриваем рекламу. Далее еще есть VIF ADS Dragon Grid. Это сетка. Ну, все знают, как сетка. Тоже нажимаем на любой квадратик. Можно выиграть как бы денежку. Так, здесь вот все написано. Так, выиграть до $2 можно. Так. Учетная запись. Есть форум. В форуме свежая информация как бы есть. Я посмотрела. Там и за 12, и за 13 число. И сегодня обновления были там. Так, ну с этим все вроде как разобрались. Так, кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Без вложений можно поработать. Что здесь основной баланс. Так, и хочу пару слов сказать по буксу Iron PTS. Значит, я здесь уже денежку выводила. Здесь, как я говорила ранее, у меня есть видео на канале по этому буксу. Я выводила 17 центов. Я, конечно, немножечко сглупила. Прописала сеттинги. Но мы здесь зарабатываем в долларах, а вывод идет в биткоин-сатошах. Я прописала номер кошелька с кошелька Payra, биткоин-адрес взяла, но денежка мне не дошла. Так? Так как, ну, я ждала-ждала,
проверяла, пошла уже в этот на Pair, в биткоин кошелек нажала. Ну а там написано, что если меньше 100 тысяч биткоин сатошев, денежка не доходит. Ладно, я удалила этот адрес, персональный сеттинг, и прописала прямой кошелек уже непосредственно с биткоин адреса. Вот туда должен дойти, это по-любому. Я, у меня кошелек Coinbase, вот я прописала, и сегодня я поставила 11 центов. Здесь минимальный вывод 10 центов. Мне же надо проверить букс на вывод. Правильно я хочу, как бы, чтобы знать, чтобы выводить. Так бы я, конечно, побольше бы набрала. Вот. А, ну, так как минималка 10 центов, естественно, мне надо узнать, платит он или нет. И будет в пединге, ну, дня 3-4 находится в пединге, потом уже только поступает, вот, вывод приходит. И вот буду караулить, как сюда вот поступит денежка. Вот этих 11 центов, пойду в кошелек, буду проверять. Вот. Ну и запишу, естественно, по выводу. Так или иначе, платит он или не платит, уже отдельное видео. Так что буду ждать. И в конце недели, наверное, сегодня воскресенье, не знаю, как бы идет в зачет или не идет в выходной день, запишу видео. Ну, в принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч!